Ну чё, погнали. Время ужинает на ужин. Лапша с колбасой. А точнее, это сосиска порубленная, пожаренная на мелкие кусочки. Квашеная капусточка. Вывалить надо. Так удобнее будет. Намного. Заебался тянуться, бля. Пиздец. А когда все в одной тарелке, гораздо удобнее. Гораздо. Но в одну тарелку все сразу бы не вошло. Это 100%. Thank you.
Отложим пока хлеб. Он нам еще пригодится. Угадайте, для чего пригодится этот хлеб? Я думаю, несложно догадаться. Просто обалденно. Можно назвать это пастой, которую итальянцы бы посоветовали. Как обычно, все валится, блин, из этой тарелки. С вилкой, чтобы по минимуму шоркать, взять пластиковую. Не, пластиковый не так вкусно будет есть, вообще не то. Еще вариант попробовать деревянную, но ее надо покупать. Интересно, сколько стоит деревянная вилка. Вот для чего нужен этот остаток, кусочек хлеба, чтобы еду закидывать на вилочку. И так когда хлеба нет, приходится пальцем все помогай.